Национальное жюри 25-го юбилейного кинофестиваля «Виват Кино Россия». Внимание на экран. Представляем жюри. Надо сказать, что я абсолютно счастлив попасть в их компанию. Итак, председатель жюри, лауреат государственной премии СССР, лауреат премии «Ника», «Золотой орел», призер российских зарубежных кинофестивалей, кавалер ордена заслуги перед Отечеством, призер, заслуженный деятель искусств, народный артист России, кинорежиссер Вадим Адрашитов. Деятельность служб в Москве, актриса театра и кино Анна Большова. Она уехала на спектакль, обсудив с нами результаты конкурса. Актер, режиссер, многолетний ведущий церемонии фестиваля «Виват Кино России», как и хочется сказать, народный артист России, но почему-то сценария этого нет. Ну, можно, я так уже заранее, можно так с моей руки? Александр Стриженов! Спасибо. Пятикратный лауреат премии «Ника», лауреат государственной премии России, призер российских международных кинофестивалей, заслуженный деятель искусств, кинооператор Юрий Клименко. И пришло время узнать обладателя приза за лучшую мужскую роль. Внимание на экран. Это небольшой театр. Цветы зла нет, только без драмы. И вы любите балет? А вы любите меня? Чего? Женись на мне? Что? Это я, кажется, делаю тебе предложение. А я откажусь. Я не нужна, понимаешь? Это тебе нужно, а ты не нужна мне вообще. Никто не нужен. Кроме себя не было. Как бы эти зависимости, я не могу. Довольный ружьем, шесть из этого не проблем. Если бы говорил только потому, что крестьян, а они там вообще-то способны, и чутье у тебя есть. Значит так, у меня все готово. Каждый минута, каждый шаг, каждое движение. Посмотри на меня, вот он я, гений, который не оставит после себя ничего. Приз за лучшую мужскую роль. Приз за актеру Сергею Безрукову за работу в фильме «После тебя» режиссера Анны Матиссон. Приз вручает член жюри, генеральный директор студии «Панорама», продюсер Ада Ставицкая. Уже начала? Да. Все-таки продолжу, да? Да, конечно. Все-таки я должна сказать, к счастью, Сергей сегодня в спектакле. И желаем ему большого творческого пути театрального. Но хотим пригласить на сцену режиссера-постановщика фильма «После тебя» Анна Матиссон для передачи приза. Ваши аплодисменты режиссеру фильма! Мне достаточно сложно соревноваться в красноречии с одним из моих любимых сценаристов Нерешко и Рудиком Фурманом. Но хочу сказать по поводу этой работы. Когда артисту в материале, в сложном материале, нужно передать такую внутреннюю трагедию и такую муку, которая заложена в сценарии этого фильма, когда при этом у него минимальное количество текста, и когда он может работать только с выразительной пластикой, глазами, походкой, и ты ощущаешь, и ты живешь вместе с ним, и ты понимаешь, какой ужас переживает этот персонаж. Поэтому я глубоко убеждена в том, что это новая страница в творческой биографии Сергея Безрукова.
И я безумно за него рада. Спасибо большое. Я, Сережа, действительно на сцене Московского губернского театра. Он играет роль Сарана Бержерана в данный момент. Но я знаю, что он будет очень-очень-очень рад. Роль Алексея Темникова – это первая кинороль, которая была отмечена профессиональным жюри в его карьере. И он всегда вкладывается во все роли, но это стоит особняком, безусловно. Это роль особенная. Вся съемочная группа, вся наша кинокомпания, разумеется, я лично. Мы все очень любим Сережу, но мы бесконечно восхищаемся им. И мы уважаем его как артиста безграничных возможностей. Мне кажется, это очень заслуженно то, что он сегодня отмечен. Большое-большое за это спасибо. Спасибо. Peace.